Друзья, перед началом просмотра видео, я попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка в описании, друзья, загляните, там много интересных новостей. Трагическая новость, друзья, пришла к нам с самого утра. Буквально час назад один из российских крупных телеграм-каналов опубликовал трагическую новость. В ней говорится, что российский певец Никита Пресняков, который является внуком Аллы Борисовны Пугачевой, на данный момент находится в одной из больниц города в тяжелом состоянии. Мы были шокированы этим известием. Никто об этом ничего не говорил. Наши корреспонденты поехали в больницу для того, чтобы узнать все подробности. Начали обзванивать всех родных, знакомых, но никто ничего не хотел нам сказать. Только один из знакомых Никиты рассказал нам всю правду. Как оказалось, Никита Пресняков попал в аварию. Он на своем спортивном мотоцикле на перекрестке не уступил дорогу BMW. Произошло страшное столкновение. Он на мотоцикле перелетел через автомобиль и вылетел с дороги. Его уже без сознания привезли в больницу. Он на данный момент он находится в реанимации. Давайте, друзья, поддержим российского певца Никиту Преснякова. Будем надеяться, что врачи его вылечат и у него все будет хорошо. А вы поддержите нас и наш канал, друзья. Подпишитесь на него, нажмите на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежие выпуски на нашем канале. Будьте всегда с нами, следите за нами, друзья. До скорых встреч на нашем канале.